Трагедия в Сочи. Из-за шквалистого ветра, ливней и разлива реки в море унесло два автомобиля с людьми. Обнаружены тела двух туристок. Одного человека удалось спасти. Трое детей и один взрослый числятся пропавшими без вести. Ведутся поисково-спасательные работы. В Лазаревском районе на берег вышел водяной смерч. Огромная воронка снесла крышу летнего кафе. Разрушен пирс. Штормовое предупреждение сохраняется на территории всего города.